легче простого. С взрывательными болтами. Покупайте взрывательные болты у Татьяны. Так, ладно. Круто достаточно получилось. То есть, да, снайперка нам не очень помогла. Вот для чего нам так много патрон. Зато с болтами все супер. Просто болты делаем вот эти нафиг их. Делаем. А, нафига делать, если мы сейчас наверняка их... А давайте ядовитый один сделаем. Посмотрим, что это такое хотя бы. Надо даже попробуем сейчас, если будет кто-нибудь. Эх. У-у-у, кажется, ничего не будет больше. Рубик, I created this world. You cannot keep me here. Эх. Так. Ядовитый болтик вот этот попробуем. Но, только не надо вот это вот, не мелькание тут. Чуваки, а что делать-то? А-а-а, вот в чем фишка-то. Вот в чем прикол, а? Да. Ясно. Там зеркало, что ли, или что? Ё-моё. Только не сюда, только не сюда. Там вот рычаги я вижу. Рычажки. Раз. А, типа дверь открылась. Да, против этого ядом не пойдешь. С ядом, я имею в виду. А там типа чё? Контрольная точка вроде была, да? Еще раз можно нажать на них? Да, смотрите-ка, ну давайте попробуем. Чё из этого выйдет? Нормально, чё? Ё-моё. Отлично. Так, а вот тут постар... Ой, ё-моё, а как тут пройти-то? Слушайте, а может быть, надо с той стороны? Да, скорее всего, наверное, с той стороны надо проходить как-то. Либо нет. Давайте посмотрим еще раз повнимательней. А, нет, здесь нельзя пройти, поэтому проходим здесь. А, и как-то там нужно осторожно. Ну, попробуем давайте хоть. Я даже не знаю, правда. Может, обезвредить можно как-то? Не, обезвредить вроде нельзя. Чисто вот. Да, я ж прошел. Почему? Не, ну вы сами все видели, я говорю. Чисто вот, что касается вот игры, да? То есть, может, по игре нельзя пройти, но вообще, если в жизни, то можно пройти, я считаю. Я... А, мне кажется, я знаю, что надо делать, надо попробовать. Может быть, стоит как-то... Взорвать вон те... Или вот чуть такое. Давайте, знаете что? Если не получится, вот сейчас вот, да? Значит. А, нет, значит, мы просто косанули. Точнее, я косанул. Так, секунду.